Айковайте? Ус. Зако? Ус. Первые дополнительные 2 минуты. Тренер сборной Ульяновской области по карате Леонид Илюшкин в очередной раз отправляет своих подопечных на бой. Пока поединки тренировочные. Лучшие бойцы региона готовятся к чемпионату мира. До отъезда в Астану всего 2,5 недели. Чемпионат мира по карате Кёкусинкай – это турнир сильнейших бойцов планеты в 4 весовых категориях. По 32 лучших спортсменов в каждой из них. Конкуренция очень жесткая, как и удары в карате, говорят сами спортсмены и тренеры. Нам будут противостоять спортсмены из Европы. Это литовцы, венгры, поляки. В основном японская команда чрезвычайно сильная, как всегда. Сборная Казахстана, они хозяева чемпионата в Астане, тоже достаточно сильная команда. Но мы, естественно, готовимся, настраиваемся на победу. Мы – это сборная России, 12 бойцов, самых-самых. Трое из них представляют Приволжский федеральный округ. Опыта выступлений на крупных состязаниях им не занимать. Победители и призеры чемпионатов Европы и России. Димитроградец Денис Ершов – вообще действующий чемпион страны и первый номер национальной сборной весовой категории свыше 85 килограммов. Кроме того, в категории до 85 кило выступят ульяновец Артем Семенов и Арман Мартиросян из Казани. Для меня это турнир очень важен. И это не первый мой чемпионат мира. Я уже участвовал на абсолютном чемпионате мира. И крупного большого волнения я не чувствую. Готовлюсь усердно, верю в свои силы. Посмотрим, что будет на турнире. В истории ульяновского карате достаточно примеров удачного выступления на чемпионатах мира. Максимального результата добился Василий Худяков. В 2005-м в японской Осаке он стал серебряным призером. Еще через 4 года, уже в Санкт-Петербурге, Максим Шевченко завоевал бронзу. Ныне Шевченко тренирует, участвует в спаррингах при подготовке сборной региона к ответственным стартам и бескорыстно делится секретами успеха. Ну, я посоветую, чтобы все волнение, которое будет, чтобы оно все переходило в силу, в скорость, в более положительные эмоции. То есть не сковывал их, а наоборот, больше их подбадривал, поддерживал. И чтобы они помнили, что они еще раз представляют нашу родину, Россию, в международных соревнованиях, что они должны постараться максимально сделать все, что от них есть, что возможно, и даже сверх того, что они могут. Все свои лучшие качества каратистам сборной России предстоит проявить в конце июня, начале июля. В столицу Казахстана Астану национальная команда отправится уже меньше, чем через 3 недели. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.